Дарья Журавлева, студентка-первокурсница. Поступив в университет, девушка влюбилась в сцену. Знакомство произошло на концерте студ-дебюта. Сейчас она готовится к весне, студенческой. Я пришла сюда, чтобы потянуть свое актерское мастерство. Я уже выступала на дебютах, очень интересно, и хочется прогрессировать в этом. Это очень интересно, это новый опыт, у них есть в этом опыт, они знают, как все правильно делать, знают какие-то лайфхаки. В этом году главное студенческое событие намечено на конец марта. Все гала-концерты пройдут по традиции в едином стиле. Лейтмотивом этого года стала космическая тематика – юбилей первого полета человека в космос. Студенты будут обучаться, учиться, узнавать новых экспертов, возможно, советоваться по своим каким-то номерам, чтобы улучшить, привнести что-то новое и забрать лауреатство или дипломатство по итогу на фестивале. Тематические мастер-классы будут проходить весь месяц. Их проведут опытные мастера своего дела и члены жюри фестиваля. Такое взаимодействие – часть проекта «Школы студенческой весны». В 2019 году студенты выезжали на тренинги за город, а в этом все мастер-классы пройдут в вузах в рамках нацпроекта «Образование». Это круто, когда наставники, именно профессиональные люди помогают студентам, особенно студентам, которые в этом плане хотят развиваться, студенты, которые этим горят. И это здорово, когда у них есть такая потрясающая возможность. Впереди у студентов целый океан возможностей. Танцы, музыка, журналистика, театральное искусство. Три продуктивные недели. Мастер-классы будут проходить ежедневно. Мария Левина, Максим Гусев. События.